утро. Причал на правом берегу Химок. Торжественный момент для жителей старшего поколения городского округа, испортить который не смог ни сильный ветер, ни дождь. У пассажирского трехпалубного теплохода собрались полсотни пенсионеров, чтобы отправиться на речную экскурсию по каналу имени Москвы. Чувства переполняют. Не могу сказать, что нет слов. Слов много, и они все позитивные. Погода даже нам и не мешает нашему хорошему настроению. До отправки речного экскурсионного теплохода 15 минут. Поздравить пенсионеров с запуском долгожданного проекта «Доброфлот» пришли представители администрации, депутаты, глава Химок Дмитрий Волошин. Эта программа работает на вас, для вас и ради вас. Регулярные путешествия по воде для пенсионеров стали возможны благодаря губернаторскому проекту «Активное долголетие». Сейчас мы наконец-то реализовали нашу мечту при поддержке Андрея Юрьевича. Запустили теплоход в рамках этой программы, который будет ходить 3 раза в неделю. И я рад, что у нас есть сегодня возможности, не, как говорится, словами, а делом, каждый раз делать жизнь наших жителей лучше. «Доброфлот» – это второй экскурсионный проект активного долголетия, который помимо автобусных путешествий по Москве сделает жизнь пенсионеров разнообразнее, уверена Ирина Роднина. Хочу вам пожелать действительно долголетия, но чтобы это долголетие было очень-очень наполненным, чтобы вам было интересно жить каждый день, а не просто вот под лозунгом. И хочется пожелать, чтобы таких программ было больше, потому что, еще раз хочу повторить, Химки очень много в лидерах показывает тех идей, которые потом распространяются не только по Московской области, но и по всей стране. Мы прошли очень тяжелый трудовой путь. Сегодня пришло время отдыхать, и нам очень приятно, что у нас получается как-то украсить ваше время пребывания на пенсии. Я хочу вам сказать большое спасибо. Активного вам долголетия, чтобы вы радовались. А мы все, что можем, для вас будем делать. Исторический момент. Глава Химок Дмитрий Волошин ударом колокола запускает проект «Доброфлот». Десятки пенсионеров поднимаются на борт речного пассажирского трехпалубного теплохода. Судно вмещает до 80 человек. Отдохнуть и согреться пенсионеров приглашают в банкетный зал. Им предлагают чай и кофе, а чтобы не заскучали, развлекают песнями и танцами. Для химчан выступали студенты Губернского колледжа искусств, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также обладатель премии «Национальное достояние России» Николай Бурьяновский. Во время музыкального антракта, когда дождь и ветер стихли, пенсионеры смогли подняться на верхнюю палубу, чтобы сделать памятное фото. Нам сделали такой праздник, такой подарок, что даже не ожидали. Спасибо большое всем, кто участвовал в этой организации этого праздника. В свою первую экскурсию «Доброфлот» отправился вверх по Москва-реке. Выходить в рейс теплоход будет 3 раза в неделю со вторника по четверг. Отплытие в 10 часов утра.